Доброго всем, варвары, господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Mountain Blade 2 Bannerlord. И да, мы захватываем макеп. Правда, я не знаю, у нас получится реализовать данную стратегию, потому что у нас очень много раненых. Если сейчас будет вылазка, то нас просто-напросто расшатает. Ну, давайте посмотрим, сейчас покажет время. У нас раненых 140, пленных 200, 269, 352. Кстати, ну да, мы уже собрали 774, 880 чуваков. Прекрасное начало, очень хорошее. И да, и многие к нам еще и продолжают подтягиваться. Теперь наша задача — построить все эти осадные машины. И там что у нас еще? Трибушеты. Трибушеты обязательно надо будет построить. Обязательно, чтобы их потом самими сломать. К сожалению, это еще пока не исправили. Если, конечно, мы сами будем, да, пытаться посмотреть, сколько тут их. Ух, сколько их тут, а? Хорошечно. Зато у нас уже тысяча. Тысяча пацанов. Так, трибушет, что у нас там не этот? Не делается. Мы можем, в принципе, возглавить штурм, по идее. Но я хочу им разломать все... Тихо. Трибушет поместить в резерв. Отлично. Сейчас мы одновременно потом их выставим. И будем ломать им уже их катапульты. Так, трибушет второй почти готов. Поместить в резерв. Поместить в резерв, пожалуйста. Отлично. Так, два трибушета, еще два. И пойдем. 210, кто там? Мирим. Мирим с армией к нам идет. Кстати, у нас как с обучением. Игра получила хотфикс, так называемое обновление, которое исправляет множество ошибок, которые были недавно. Да, но я заметил, что мы до сих пор не можем вербовать пленных. Возможно, эта штука сломалась, возможно. Но ее перебалансили, насколько я помню. Корлык, корлык, корлык. Так, тихо. В резерв. Катапульта, катапульта. Так, три. Сейчас четвертый будет. Отлично, отлично, отлично. От. В резерв. Так, и все одновременно ставим. Блин, здесь как-то неудобно, конечно, сделано. Оп. 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 Все, поехали. Ломаем. Прекрасно, минус один. Минус два. Город, кстати, такой довольно жесткий. Отлично. Ну что, погнали, ребят? Погнали, сейчас еще раз посмотрим, мы сможем кого-нибудь перевербовать. Кстати, у нас еще много раненых. 47 раненых. Так, эти улучшаем, улучшаем, улучшаем. Мародер, прекрасно. Вот один кузаитский охранник каравана можем перевербовать, значит, исправили они эту ошибку. Все, у них нет ничего. Начинаем штурм, господа. Город Макеп, вперед. Ой, сложность вам не показал. Либо сложность поменял. Нет, у нас сложность все так же, реалистично, никогда не меняю. Потому что самому потом неинтересно будет. Так, у нас запись идет, а ну-ка сейчас посмотрю. Запись идет, идет запись. Только что-то загрузка идет очень долго. Опа, я не ночью начал? Не, не ночью, нормально. Автораспределение, все, давайте начинаем штурм. Шатаем, душу моталь. Шатаем. Кузаитский лучник ополчения уже начинает шатать. Смотрите, да, как классно у нас тут. Вообще, вообще, душу моталь. Оп. 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 Хорошечно. Кто-то писал, что Римас, почему ты на стены не лезешь? Ну почему? Потому что я отстреливаю. С меня больше так толка, нежели на стены. Кстати, по мне жестко попали, да? Блин, вот это неудобно. Так, здесь надо выше чуть брать. Отлично. Отлично, прекрасно. Так, выше, выше, братан, выше бери. Отлично. Еще раз. Чипуль. 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 Мы сейчас еще верховую езду вкачаем, потому что я нахожусь на коне. Ай, вот там еще кто-то вылез, смотрите. Привет.
Что-то в голову не попадаю. Римас, ты в голову не попадаешь, ты играть не умеешь, Римас. 5 стрел осталось. Вот шайтан, посмотри на него, а. Как он вылетает. Так. Верховая езда сейчас вкачается у нас. Тихо. Где у нас тут? Вот лук есть, 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 есть. Ой, я не тот лук взял, подожди. Я свой лук отдал. Да иди колотить! Выкидываем этот лук. Вот этот туда. Выкидывай G. Ах ты, сука, по мне попали. Так, это пустой. Вот, полный. Да иди колотить! Да что ты будешь делать? Римас, ты играть не умеешь. Во, все. Так. Спокойно. Спокойно, Римасенок. Блин, сейчас у меня одна стрела и Римасу пипец будет. Давайте лучше переждем это дело. Что-то их очень много, этих лучников. Ниже, Римас, ниже. Отлично. Прекрасно. Не попали. Вовремя я ушел. Да что ты будешь делать? Ох, сучонок, а. Ты посмотри на этого сударя. На нахер. Сняли его. Еще одного сняли. Метких лучников надо убивать. Так. Кстати, мы многих не убиваем. Многих просто как бы это глушим. Так. Последняя стрела, отлично. Так, что у нас тут еще есть? Вот эту заберем. Не забрали. Блин. Стрелы дайте, пожалуйста. Ага, спасибо. Главное, чтобы по мне маслина не прилетела. Господа, это самое главное. Так что да, мне толку нет с меня сейчас лезть на стены, тем более сейчас сильно влияет на то, что ты, если пал в бою, либо тебя ранили, падает боевой дух твоей армии. Вот такой вот курлык у нас происходит. То что ты не умираешь на себе. Мессерен. Еще раз. Вот еще стрелы. Минус. Блин, вот это вот зарезай. Чуваки, вот так, наемный арбалетчик, жесткий чувак. Надо, кстати, да, побольше стрел с собой брать. Куда побежали, дебилоиды? Давайте быстрее. Атакуем, атакуем, атакуем. А, я что, два лука взял, смотри. Римас играть не умеет, два лука взял. Вот это не мой лук. Гузаицкий, подожди. Вот это, кажется, мой лук, да? Главное, чтобы по мне не прилетело, еще раз говорю. Нет, не мой лук. Он не так стреляет. Ну, пойдет, ладно, какая разница, в принципе. Минус, плюс. Хорош. Выкидываем его, вот этот возьмем. Ну давайте штурмовать, что теперь?
Пошлите, 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 ребят, пошлите. Нам надо меч найти какой-нибудь. Ах ты, сука, по мне прилетела маслина. Дайте я меч вот. А-а-а, сука! Ладно. Римас, что ты орешь? Что ты орешь, Римас? Ну, в принципе, здесь можно победить. И город Макеп мы сейчас заберем. Главное, чтобы никто не погиб. Это самое главное. Ускоряем время. Надеюсь, игра не вылетит. У меня один раз вылетало так. Кстати, нет, давайте не будем ускорять время. Я боюсь, сейчас вылетит игра. Че, эти стреляют, дебилоиды наши? Стреляют. Давайте, стреляйте. Хорошечно стреляйте. Город Макеп, ребят. Ну-ка, сейчас я фоторежим включу. Фоторежим сломали. Вот эти фильтры теперь не работают. К великому сожалению. Можно вот так только делать и все. Ну и вот так вот тоже. Так что вот так вот, да, ребят, у нас что-то делают, что-то ломают. К великому сожалению. Скриншот готов. Все, давай, шатай. Шатай. Что они тут пробили? Стены они еще не пробили, нифига. Ну, трибушеты малоэффективны в бою. Они очень хороши в стратегической карте. Когда просто они ломают все и вся. Их вот эти вот укрепления ломаются очень хорошо на карте. Здесь тоже не могут пробиться. Ну, по идее, да, по идее, это выигрыш. Потому что мы их просто, ну, давим числом, по сути. Римас играть не умеет. Римас пал в бою. Вали, 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 братуха, вали, братуха, вали! Давайте, валите их всех. Вот это гребаная жесть. Сколько тут трупаков осталось, смотрите. Толпа целая. Чипуль, 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 чипуль. Смотри, они как в ряд встали. Бастард! Все. Ну, у нас больше, да. У нас, конечно, очень много потерь еще. Зато город взяли. Гриф получил плюс один к медицине. Теперь уровень 99. Медицина работает. Урлык. Так, они, стены уже забрали. Все, прорвали оборону. Прекрасно. Город Макеп наш, господа. Курлы, курлы, кур, курлы, курлы, кур, курлы, 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 кур, курлы, курлы, кур. Так, что теперь у нас? Я все жду обновления, когда будет последняя фаза битвы вот в этой крепости. Когда ты будешь шатать именно в этой крепости. Вот так, опа, ну-ка, давай сейчас зайдем. А, не заходит нифига. Красотища, красотища. У нас минус 277, у них... Воу! Воу, наши пацаны погибли многие. Да, у нас многие погибли в этой битве. Это хреново. Это наши союзники, наши вассалы, господа. Дивен погибла. Туриадос погиб. Туриадос жесткий чувак, он 5 уровня у него клан. Ну что ж теперь, вот так вот. Конечно, жестко они погибают довольно часто. Первый. А, ну он один и остался. Курлы, курлы, кур, курлы, курлы, кур. Так, кузаицкие шмяги. Тудау, судау. Манау, манау. Берем, 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 берем. Так, лучники, лучники. Нужны лучники. Лучники, готовьтесь. Имперские катафракты довольно хорошие, пацаны. Лесной бродяга, да, вот. Фианы будем делать. Лучники фианы, они самые жесткие лучники. Вася на свете. Просто гребаная жесть. Смотрите, сколько у нас пленных. Да, город мой! Город мой. Что теперь, опустошить его? Нет, я, наверное, его просто захвачу. Мы его кому-нибудь отдадим. Проявить милосердие. Так, заходим в таверну. А, всех пленных.
Мы, наверное, вот так вот сделаем. Опа. Я сейчас не буду их в тюрьму сажать, кормить их и все такое. Мы сейчас себе наймем пленных. Получаем 19 тысяч. Плутовство прокачиваем. Кстати, у нас что там? Кто-то прокачался? Да. Силы и рельефы. Если вы присоединитесь к битве ваших союзников, ваш отряд начнет с морали плюс 10. Также конные войска в гарнизоне управляемого поселения обеспечивают на 20% больше безопасности. Качаем. Кто-то еще вкачался. Наверное. Сейчас посмотрим. Чепуль, 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 чепуль. Да, Айтин позапрошлой серии, к сожалению, пала тоже в бою. Это было жестко. Но вот гриф показывает, что у него прокачка какая-то существует, но я не вижу ее. Может быть, надо будет просто окей поставить. Но он показывает, что он типа прокачан. Но я не знаю где. Кстати, скоро, да, с 100 уровня мы прокачаем себе медицину и получим. Отдых по себе увеличивает скорость лечения, увеличение отношений со случайной знатью. Либо высокая мораль увеличивает скорость исцеления на 15%. Увеличение отношений. Во, вот это второе, наверное, высокая мораль. У нас всегда высокая мораль. Кур, 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 лык. Сейчас пойдет голосование. На то, как и какой город мы получим. Ух, какие перчатки получили, вы посмотрите, а. Курлык, курлык, кур, дырын-дырын-дын-дын. Не курлык, и ты достал. Так, еда есть? А, еда у них вообще мало было, да. Можно было, в принципе, их заморить едой. Ну, тоже на это как бы не было времени, если честно. Сейчас еда сама будет пополняться. Курлык-кур. Курлык-курлык-курлык. Как макеп наш. Макеп наш, но мы его сейчас, скорее всего, кому-то отдадим. Сейчас посмотрим, как голосование сработает. Вот, ну да, смотрите, кузаиты у них уже всего лишь три города у них осталось. Это Вострум, Адок и Аккалат. Осталось их забрать. Добить чуваков, все будет хорошечно. Идите пока занимайтесь своими делами. О, вот это прекрасно, иди сюда. Как мы их развели прям. Жестко развели, ребята, жестко. Вот сейчас, вот зато 215 он не подтянулся. Это очень хорошо, поехали. Поехали, 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 поехали. Кстати, я вылечился, да? Там у меня 30% по-любому должно быть. У меня же скилл есть, который дает... Что-то загрузки долгие пошли. Ух, сколько нас пацанов-то, а? Так, конные лучники, давайте. Кавалерия. Кавалерия, кавалерия, кавалерия. Лучники сюда. Так, а вы, наверное, сюда вот так вставайте. Пошли. Надеюсь, мы вшатаем их по-быстрому. Раз-раз и на матрас. Римас играть не умеет. Римас! Привет! Ой, пацаны, 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 пацаны. Я сваливаю, я сваливаю, пацаны. Хорош. Вперед. Делайте, делайте дела. Прикрывайте наших пацанов. Ха-ха, выкинул его, смотри. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет, ребята. Здорово, 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 здорово. Да что это за рыцарский удар не получается сделать, а? Ты посмотри на него. Так, по мне же скоро сколько... Сколько уже попали? Привет! Привет! Слази, ёптать! Ой, я её убил! Ребята, я Хафису убил, прикинь! Я её убил! Нифига себе! Вот это грёбаная жесть! Хорош! Ах ты, сука, по попе мне попали! Хорош.
Привет. Привет. Минус конь. Ах ты сука. Так. Как мы его сбиваем прям, да? Хорош. Динамичная, да, такая битва у нас происходит. Прекрасно. Блин, в попу прям попали, смотрите. Стрела прям жесткая. Пошля, пошля, пошель, пошель. Так, ну что ж, осталось их добить. Все в атаку. Превосходно. Ой, как мы их вырубили. Смотрите, какой конь у нас жесткий, да? Он прям вырубает жестко. Это победа. Сколько у нас там минус? Минус 7 у нас. Общей сложности. Но мы убили их полководца. Вы посмотрите, ребят. Мы убили жестко прям. Жестко. Лично гриф шатнул чувака. Чуиху, вернее. Ну что ж, битва есть битва. Римас женщину убил. Ну а что, она же на поле битвы была. Ну извините, у нас равные, как ей там, как называется, права, во, точно. Нифига себе, мы еще одного чувака, чувиху. Сильвину тоже чпокнули. Нормально, я вот тебе скажу, прям жестко. Ну Хафису я лично шатнул. А кстати, у них есть пленные, мы их сейчас заберем. Были? Нет, нету, ну только такие пленные, да? Печально. Заберем всех. Так, лучники. Фианы. Лесные бродяги, шмодяги. Туда-сюда, ванау-манау. У нас 1, 2, 3, 4. 4 пленных. Это у нас Тулак, Борту, Джигур и Суран. Кстати, я их забыл забрать в этот. Отдать их в крепость. Печально. Очень печально. Пойдемте обратно в крепость. Кстати, там 200 с чем-то человек. Надо его тоже расшатать. Пойдемте в крепость по-быстрому, ребят. В таверну. Отношения с кем-то уменьшилось на 10. Это за то, что я ее лично убил, да, на поле битвы, прикинь. Скорее всего, с их кланом у меня отношения прям жестко уменьшилось. Очень вообще жестко просто. Кстати, нанять, конечно, ни у кого не сможем. В крепость, в темницу, управлять темницей. Давайте сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пленных у нас. Есть. Это очень хорошо. Отдохнем чуть-чуть в поселении. Оп, оп. Так, а клан в этот. Этот, ну да, эта партия. Они сейчас, походу, подзависли. Скоро. Блин, на 10 совсем. Бану сармал. А что за фигня? Это я же не казнил, я же убил. На поле битвы. Как бы здесь такого ничего нет? Это же битва была. Почему вы меня возненавидели? А, кстати, эти кланы-то не возненавидели меня. 89 отношения. Да, эти тоже меня возненавидели. Прикинь? Натан. Натан меня вообще что-то тоже не полюбил. Давайте сейчас поддержим их всех. 91. 100. 83. 85, 87, 89, 91. Есть. Так. До 100 сделаем сейчас. Вот эти прям жестко не хотят нас. Этот. Во, 100. 91. 97. 99. Давай 99. О, 99. Все. Ну, у нас 1300... Влияния хватает. Жадничать не надо. Фух. Все. Что-то да. А, что-то вот из-за того, что... Ну-ка сейчас посмотрим, как я выгляжу вообще. Гриф. Ты где? Также жестокий и щедрый. 52 года грифу. Блин, сколько у нас тут... У нас друзей очень много погибло, посмотрите. Эх, айтин, айтин.
Айтин была вождь из Курлык. Она умерла в бою в 1114 году, в возрасте 44 года. Она была известна как полностью традиционно. Полностью традиционно, это как? Ну, примерно как? Так, а эти что-то хотят, да? Эти ребятюли что-то хотят. У нас, ребята, война, так что мы будем вас шатать. Так, макеп. Кому отойдет макеп? Я могу себе его забрать. Кто-то меня за меня... А, Хасава за меня голосует. Курлык, курлык, кур. Макеп я себе забираю. Потом я его отдам кому-нибудь, не переживайте. И захватим другой. И чё, к нам никто... Ух-ху-хоу! Посмотрите, кто к нам сюда идет. Курлык-кур. Сбор армии. Баван собирает армию. Баван, ты не вовремя собираешь про армию. Автобой сделаем. Минус 10. Меня зовут Гриф. Ты что, мне не знал, как меня зовут? Ты теперь моя пленница, иди сюда. Курлык-кур. Слушайте, ребята, у нас война идет пока что очень хорошо. То есть никаких я не вижу проблем в плане всего этого шмездеца. И я вижу, что мы выигрываем эту войну. Ну, выиграть войну это одно. Нам надо еще как-то дипломатически общаться с другими ребятюшками. Потому что вполне вероятно, сейчас будет вторая война. Обычно так и происходит. Тем временем у нас уже 300 с чем-то тысяч. 351 тысяча. Это очень хорошо. Так, а в крепость, в темницу. Ух, сколько у нас тут чуваков и чуих. Осела, иди сюда. А, они идут к нам, да? Ну давайте присоединимся к армии. Сейчас посмотрим. Они идут забирать макеп. Кстати, макеп надо будет... Подожди, феоды, кланы. Не, не то вот этот. Война жестокая. Вот у нас макеп. Надо назначить губернатора. А, не показывается, кто что. Ну, давай, Натан ученый покажется. Поставим. Так, куда вы пошли, дебилоиды? Они макеп забирают! Валера получил медицину. Подожди. Ребят, давайте сейчас мы соберем бойцов, сколько можем. 980 сил. Тут 820. Так, а как этот... армию как попытаться разрушить? Блин, деревня раз этого, да? Они уже все наняли сами. 275. Ну, мы, в принципе, можем заставить их, чтобы они... Хотя мы можем без них... Я сейчас могу у этот, как его, распустить за 15 влияние эту армию. Ну, куда они, интересно, пошли? Пункт, например, Химли. А где это Химли? Сюда? А, она не собирает армию. Понятно. Ладно, собирайте. Собирайте. Хорошо. Я думаю, мы сейчас сами разберемся. Надо просто... Валера, стой! Валера, стой! Валера! Ху-ху! Так, они сняли осаду. Они забрали макеп обратно, сука! Они макеп забрали обратно. Ладно, мы его обратно заберем. Ну да, понятное дело, что я там не успел ничего сделать. Так, Боря. Борян, стоямба! Борян, стоямба. Мы сейчас вшатаем этих чуваков. Блин, это жестко. Макеп обратно быстренько. Это что-то они быстро его захватили. Сейчас мы даже собрать армию не успели. Ну, понятное дело, там гарнизона не было конкретного. Конкретно не было гарнизона. Так, кто возглавляет? Кахуны возглавляют эту армию. Но они освободили многих чуваков. Блин, это плохо. Корте, я думал, Кате там ходит. Это плохо, то, что макеп мы потеряли.
Кто там еще может к нам присесть? Давай, иди сюда. Тихо. Стоямба, назад. Назад. Опа, иди сюда. Вот здесь вот можно автобоем херануть их. Давайте, 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 давайте. Догоняем, догоняем, догоняем. Ай! Это что, ребенок, что ли, против меня? Я не понял. Чипуль, 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 чипуль. Все. Мародеров придется забрать, этих придется... Ой-ой-ой-ой, как хорошо тут, как хорошо. Блин, макет надо было оставаться в нем, да? Но они его раз и забрали. Римас, ты просто играть не умеешь. Римас! Дизлайк, отписка. Давай, до свидания. Ну, все вроде, да? Там сверху остался что. Эквит. Кур, курлык, курлык. Да. Давай быстрее. Отлично. О, а это кто? А, это крестьяне. Ладно, не будем их трогать. А, вот, они пошли, походу, возвращать макеп. Я думаю, вернут они этот макеп. Давайте сейчас вынудим их, чтобы они нам дали хотя бы кого-нибудь. Макеп. О, осада пошла. Кого-то там они шатнули. Ну да, будем, ребята, их охранять. Пусть они макеп сами забирают. И меня возвращают его. Ваш отряд забил животных, потому что жрачки нет. Слушай, я могу, в принципе, замок попробовать забрать, пока что макепа не забирают. Все вроде, да, там никто нас не осаждает. Осадить замок здесь. Ну, если что-то пойдет не так, я, конечно же, приду к ним на помощь. Ну, сниму осаду, приду к ним. Что-то пошло у них не так. Да, разбили нас. Я, наверное, не успею прийти на помощь. Вряд ли я успею. Вмешаться. Так, 906... против 796. Вот, ребята, сложность, компании, все дела, тому подобное. Но это будет решающая битва, поэтому ночью, как вы любите, ночная битва будет. Ну, все ж, поехали, погнали. Кстати, надо было улучшить свои войска сначала, перед тем, как атаковать. Ну, ничего. Ну, ничего. Помогаем. Товарищи, нельзя бросать. Я думаю, лучников сюда выставить. Ну что ж. Надеюсь, мы затащим эту катку. Давайте, конные лучники, пошлите вперед. Вся ставка на пехоту. У нас пехоты, слава богу, достаточно. Ну, посмотрим. Римас, ночью не снимай, Римас. Все, пойдемте вшатывать. Ой, как они жестко нас обстреливают, очень жестко. Привет. Скидываем, скидываем, скидываем. Мразочину скидываем. Как? Классно, да? Классно! Хорош, хорош, прям очень хорош. Они как раз под линию огня и попали, ребята. Вот это то, что я и хотел. Курлык, 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 курлык. Курлык, 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 курлык. Привет.
Ой, ребята, простите, я не туда попал. Так. Спокуха, спокуха. Курлык, курлык. Не курлыкай, сука, достал. Что-то я ночью не могу попасть, а? Не видно, ребят, не видно. Так, привет, копейщики, привет. Лучники работают наши, надеюсь. Я пытаюсь его убить. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Нас они, конечно, больше, чем мы, чем наши бойцы, но так или иначе, я думаю. Run while you can. Так, а где их лучники, кстати? У них очень много лучников, я знаю. Вот они. Привет. Привет. Смотрите, ребят, у нас сейчас молот и наковальня. Получается, наши лучники обстреливают тех, кто окружает наших пацанов. А наши пацаны держат катку. И вроде бы мы пока что побеждаем. Такая примитивная тактика, я вам скажу. Так, вот этих забрать надо. Паски. А, Зина! Привет, Азина! Так, лучники, давайте, давайте, давайте. Пехота, давай, чуть-чуть назад дай. Назад дай. Лучники, сюда. Отлично, отлично, отлично. Я надеюсь, в этой битве никто у нас не погиб. Из родственников. Я его родственник просто. Так, наши конные лучники живые, да, живые. Вот, они 58, чувака. Привет. Они отступают пока что, чтобы сделать регрупп, так называемый. Римас ночи не снимай, да? Привет. Так, чтобы по мне, главное, не попали. Привет. До свидания, да? Римас-то не попал. Играть не умеешь. Так, где враги? Вот они, вот они, вот они. Привет! Ах ты, сука. Ай, ребят, 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 простите, у меня тут, я просто потерял то место, где я потерялся. Кстати, давно мы конными лучниками не были, да? А что ты будешь делать? Привет. Хорош. Опа. Вот теперь. Привет. Всем привет. Пацаны. Сука. Ай, блин. Вот сейчас мы можем проиграть. Вроде бы все хорошо шло, но, к сожалению, не получилось. Да, вот как-то так. Так, лучники, лучники, давайте, давайте, шатаем, 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 шатаем. Так, кто это крикнул? Save yourself, типа, обезопасить себя. Не, мы, в принципе, выигрываем, ребят. Мы выигрываем. Я на коня уже почти был. Они просто коня убили, и все. Так, Валера. Валера взял инициативу в свои руки. Валера, Валера, давай, шатай. Валера! Сколько у нас тут? Очень. У нас минус 120, у них минус 260. Ой, главное, чтобы Валера не пал. Чагахан, кстати, раненый тоже. Отлично.
Ну, они так, такую же тактику применяют, как и я. Да. Они сделали квадрат. Ну, наши лучники очень хорошо себя показывают. Проявляют, я вам скажу. Они прям вшатывают чуваков. Убивайте, 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 убивайте их конницу. Конницу их убивайте. Рыцарь, отлично. Минус, отлично, 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 отлично. Так. Битва просто, просто кровавая сегодня. Битва за битвой, да, ребят? Но это решающая битва, я им скажу, потому что мы правильно сделали, что пошли, пришли на помощь нашей второй армии. Потому что если бы сейчас мы проигнорировали, да, вот это дело, то вполне вероятно в дальнейшем у нас были бы большие проблемы. Нехватка кадров, нехватка полководцев и все. Они бы просто попали в плен. А это недопустимо. Поэтому придется, да, пришлось вмешаться в эту битву и помочь нашим товарищам. Я думаю, мы выигрываем. Давайте ускорим время. Хотя, все может обернуться наоборот. Вполне вероятно, мы здесь проиграем. Блин. А, нет, смотри, пошла, пошла мазута. Давай, давай, давай. Блин, как без меня плохо. Нет. Ребята, нет. Мы же выигрывали. Валера, я твой родственник. Не, мы проигрываем, ребят. Конец битвы. Конец битвы. Конец битвы. Конец битвы. А, мы можем сейчас сделать, ничего не делать. Мы же этот. Мы же туда-сюда, короче, ну вы поняли, да? Сейчас посмотрим. Блин. Это плохо. Это очень плохо. Нанять кого-нибудь можем? Можем. Конечно, немногих, но можем. Это печально. Это печально. Их 51, там 55, туда-сюда. Я думаю, нам лучше отступить. Блин. Что делать? Что будем делать? Кого еще можем призвать? Никого. Ой, вообще нельзя допускать, чтобы искусственный интеллект по этот, вам скажу, да, вот собирал армии. Блин, вот мы вот выигрывали прям. Знаете что? Мы можем заключить перемирие. Это недостойно, Римас. Правда, поддержки никакой не будет. Что у нас там, кстати? Успешная осада и успешная осада. Пострадавшие. Ну, мы больше убили. У нас больше пленных. И у нас два набега. Владия нам до сих пор дает по 360 золотых монет. Ой... Баван, Баван, я твой родственник, Баван. Я в тобой здесь. Сваливаем. Так, давай его подкупим. А, Кахун, кстати, у тебя же нет, да? А, Таслур его зовут. А Кахуна мы не сможем, да? Ну я же бандит. Давай его подкупим. Нет, не получится. Нет, не получится. Ну он, да, он состоит в этом. Давай заключим мир, что ли? 109 тысяч. Давайте, ребят, мир заключим, но мы не будем платить им. А, это, хотя, блин, у них сейчас бабок будет полно. А это плохо. Заключай мир. Заключай мир. Пойдем в поселение. Лечиться. Натан ученый тут у нас, да? А, ну да, он же был в этом. Он же был в плену.
взять его в отряд, продать всех пленных. Так, кузаитских шняк возьмем тоже. Все, идите, восстанавливайтесь. Мы пока заключили мир. Мир очень дорогой. Очень дорогой мир. Так, эти наняли здесь. Да, у нас атака захлебнулась, к сожалению. С макепом я очень сильно прямо ошибся. Эй, мастер, играть не умеешь. Вот, ну, мы его рано или поздно еще раз заберем, ребят, не переживайте. Нам надо просто как-то пресекать, что ли, попытки искусственного интеллекта за нашу сторону, которые... Вот сейчас, по сути, была война с большими потерями. И с их стороны, и с нашей стороны. И это как бы так, я вам скажу. Нехорошечно. Ваш отряд забил животных. Да, у нас с едой проблемы большие. Но ничего страшного. У нас еще много-много. Идите сюда. Хорошие пацаны. Балтахант. Очень хороший город. Сколько гарнизон? 320. Превосходно. Давайте сюда все. Мне показалось, или некоторые текстуры нифига не подгружались? В Балтаханде очень хорошие, да, эти войска? Чепуль. Можно, в принципе, сейчас выбирать. Не всех подряд брать, а выбирать. Игра сохраняется. Пока, да, дорогие друзья, пока у нас вот так вот. И, ну, реально, захлебнулось. Кстати, мы же не платим им никакую дань. Нет, мы дань никакую не платим. Но мы сильнее, чем их, чем они, чем их пацаны. Сейчас в замок Динар надо зайти еще. Что здесь производим мы? Лен. Пойдемте еду купим, а то у нас еды не хватает. Нам надо привлекать больше кланов в наше королевство. Тоже об этом нельзя забывать. Ну, для начала купим зерно, рыбу, масло, шмасло, виноград, шминоград, сыр, шмыр, мясо, шмясо, оливки, шмаливки. Да, можно, в принципе, так, оп, через Ctrl, раз-раз, и на матрас. Инвентарь превышен, ну, ничего страшного. Вот это все продаем. Тоже через Ctrl. Пока у них деньги не закончатся. 35-34 тысячи. Как вы уже могли понять, и как я уже ранее упоминал, что в Mountain Blade 2 Bannerlord экономика очень динамичная. То есть это не как в первой части Warband, либо Viking Conquest, где лорды вражеские, NPC и все такое, и твои лорды брали деньги из ниоткуда, и всегда они нанимали пацанов. Сейчас все взаимосвязано. То есть в городе нет еды, город начинает голодать. Город это центр потребления, да? Каждый город потребляет определенные ресурсы. В основном почти все, ну так или иначе. Если в этом городе есть производство пивовар, то вполне вероятно зерно сюда очень хорошо завозить. Зерно производится в деревнях. То есть крестьяне привозят зерно в города, из зерна делают пиво. Пиво потребляется, и зерно тоже потребляется горожанами. И еще экспортируется в другие города. Вот, это вот, дерево, например, как его, не ткач, а как его там, ну, кто мебелью занимается, луки, кстати, делают из дерева, там, арбалет и все такое. Древесина это тоже как сырье, которое привозится, импортируется с деревень. То есть, такая экосистема, если она часто бывает нарушена из-за того, что много бандитов вокруг города, либо вокруг деревень. Либо из-за каких-то, либо войн. Если вы играете РП, да, там, за торгаша, вы можете смотреть, какой город был недавно осажден, либо в осаде сидит, и вы можете ждать. Когда осада заканчивается, в городе очень много товаров не хватает. Там, полотно, инструмент. Чем больше инструментов в том или ином городе, если потребность очень хорошая, и вы эту потребность реализовываете, то этот город начинает сильнее развиваться в плане развития. Инструменты, ювелирные изделия и все такое и тому подобное. Но если в городе все это есть, а еды нет, то, понятное дело, город будет, наоборот, вымирать. Еду тоже надо завозить. То есть, ну, здесь такая экономика реальная. Вот такие дела, господа. Так. Отдохнем немного. У нас очень много раненых. 213 раненых.
Нам надо посмотреть, пройтись по нашему клану. Кстати, мы сколько можем нанять? А, спутников вполне нормально. Очень многие в Палтаханде. Натан ученый у меня. Этот вообще в Острюме. И насколько я понял, да, кстати, у нас скоро 6 уровень клана, и это очень хорошо. И в Балтаханде можно посмотреть сейчас миссии какие-то, повыполнять. Засада на караван, это очень хорошая миссия. Посмотрим развитие, гарнизон, лояльность, ополчение, развитие. Процветание, проблемы поселения, минус 0.3. Если бы это, вот товары с рынка, видите, товары с рынка, то, что есть какие-то товары, тоже процветание увеличить. Чем больше процветания, тем больше дохода с этого города и более качественные войска вы можете нанимать в этом городе. У нас сейчас процветание 6300. И вы сами видели, какие войска были. Эти войска только появились, они сейчас будут обучаться и получать очки, и будет уже более-менее лучше войска. То есть, если в городе лошадей нет, лошадиные войска вы здесь не сможете найти. Но так как здесь рынок заполнен лошадьми, там, да, степная лошадь, степно-боевой конь, вы можете получать еще и конные войска. Кстати, боевой конь вот в этой деревне, в нашей деревне, производится степная лошадь, видите? Вот такая экономика. Ну что ж, я думаю, в следующей серии будем уже более аккуратно играть, потому что я в этой серии допустил очень много ошибок. Давайте посмотрим, что происходит на карте компании. Так, Вландия, у них довольно очень хорошая позиция, и они держатся. Также Северная империя, Западная, вернее, прошу прощения, империя в хорошем. Они вообще жесткие, смотрите, сколько они городов захватили. Именно Западная империя. А Северная империя, это Южная империя, у них очень все плохо. У них всего лишь два города осталось. Ну, я считаю, я думаю, кузаитов добьем, потом пойдем на Стургию, а там дальше больше уже решим. И по ходу дела нам придется еще попытаться кого-либо перевербовать, завербовать. То есть посмотреть, кого мы можем здесь вообще забрать, себе пригласить в клан, чтобы у нас было больше народу. У нас, в принципе, и так вполне нормально, да, народу. То есть сила хорошая, сейчас мы еще будем восстанавливаться. Но нужно еще побольше. Играйте в хорошие игры. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, туда-сюда. Ну, как обычно, туда-сюда. Всем удачи, до скорых встреч.